В рамках летнего проекта «Культурные каникулы» управления МЧС России по Ненецкому автономному округу продемонстрировала юным жителям Нарьинмара технический парк и снаряжение спасателей. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. На площади Марацей выстроились спецмашины. Управление МЧС России по Ненецкому округу совместно с Дворцом культуры «Арктика» проводит для ребят смотр арсенала спасательных служб. Мероприятие проходит в этом году первый раз. Это выставка техники МЧС России по Ненецкому автономному округу. Проходит это мероприятие в рамках культурных каникул. До этого у нас была выставка техники чистого города, в этот раз техника МЧС. Также здесь будут проведены показательные выступления. Детишки смогут посмотреть технику и снаружи, и снутри, померить форму, посмотреть на силовые упражнения и много-много чего еще интересного. Разнообразие спецтехники для проведения спасательных работ впечатляет. Пожарные машины, катера, высокопроходимая гусеничная техника. Есть на что посмотреть не только снаружи, но и поизучать внутри. Во всю технику дети могут обязательно залезть, полазить, посидеть, посмотреть, руль покрутить. Та техника, которая очень высокая, детям тяжело будет залезть, туда запускать не будем. А вот маленькие катера, гидроциклы, квадроциклы, пожалуйста. Дети с большим интересом участвовали во всех интерактивных площадках, задавали вопросы о специфике работы в МЧС. Особенно увлекательным мероприятие было для мальчишек. Мне понравилось дышать в маске. Там очень хорошая атмосфера и очень хорошо дышится. Еще что смотрел сегодня? Еще смотрел пожарные машины, на которых ездят пожарные. А что там именно узнал? Вот что-то нового для себя увидел? Я увидел то, что там есть много мест для пожарных, и они должны одеться примерно за 20 секунд. Несмотря на то, что работают в МЧС в основном мужчины, девчонкам профессии спасателей и пожарных тоже нравятся. Тут интересно. А что тебе особенно нравится? Машины там, где мы залезали, все смотрели. Парад спецтехники МЧС доставил самые положительные эмоции юным северянам. Добавлю, в рамках проекта «Культурные каникулы» на центральной площади города еще не раз продемонстрируют спецтехнику разных силовых подразделений. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице в сети ВКонтакте Дворца культуры «Арктика». Василий Хатанзийский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».